Больше полумиллиарда рублей планирует получить Алтайский край на то, чтобы обеспечить школьников начальных классов бесплатными обедами. Деньги должны поступить из федерального бюджета. При этом без местных вложений не обойтись. Свою долю необходимо внести и краю, и городу. На сегодняшний день на уровне Алтайского краевого законодательного собрания обсуждается вопрос финансирования и стоимости этого питания. Предварительно нам министр озвучил, что это будет в пределах 52 рублей, но это было рассчитано для села, для города это будут удорожание услуги. Поэтому мы ждем, у нас пока еще время есть. Конечно, у нас увеличиваются объемы финансирования, мы выходим в соответствии с 44-м законом на торги. Мы готовимся к этому, готовим всю документацию в соответствии с этим. Вот только ждем соответствующих лимитов, подтверждающих данное действие. Именно доля муниципального бюджета сейчас вызывает наибольшие опасения. Бюджет Наукограда очень скромный, а в период пандемии вообще приходится считать каждую копейку, заявили чиновники. Решение по субсидиям будет известно в середине июля. Если говорить не о финансовой, а об организационной части, то Бийск готов обеспечить школьников начальных классов горячими обедами уже с 1 сентября этого года.